Начиная с вот этой такой прекрасной заставки, сразу музыка свою энергию, свою бодрость, свою радость вливает, и тут же начинает одни за другим появляться буквы. Вот то, как алым цветом вот эта надпись «Праздничный практикум» появилась так вот слева-справа, словно кто-то в ладоши хлопнул, как сигнал к началу, как возгорание, как старт, да, и вот эти алые буквы радостные, да, очень энергичные, они вот такой эффект и производят внутри. Вот я внимание на это обратил, и меня уже это напомнило. И тут вот этот момент, когда этот хлопок как бы происходит, да, снизу, именно как капля, как задание, как предназначение, свыше, да, вот как роль, которую предстоит освоить, падает вот эта большая, огромные такие буквы, надпись «Капель». Вот, еще пока ледяная, голубая такая, как потенциал, как возможность, сколько предстоит работы. Дальше проявилась как вот сиреневый цвет, это же тактичность, мягкость, тактичность, она очень в сосульке чувствуется. Вот, и несмотря на свою такую очень бурную, энергичную натуру, вот то действие, которое она источает, да, которое несет с собой, оно такое мягкое, тактичное. И дальше раз, два, три, три слова, три капли. Освоение движений пошаговое. Все это капает, еще и так прыгает, уже задавая бодрость, уже даря эту энергию, настраивая на то, что предстоит делать.